Я был уже помощник, кто заявился с неким докладом на летнюю школу летучего университета, и такая преподобная назва была у всех позначила. Я позначил европейский социализм, выклик идентичности, мысления и политики на сегодняшний час. И, видать, потому что я был опошник, то в ряде покарания меня поставили першим, я буду докладать, поэтому... Узнагорода. Потому что я буду сказать, ну, это чай такие вельми сырые, рефлексивные там развахи и роздумы. З нагоды нашай сітуацыі і маёй уласнай сітуацыі, якая сёння заключаецца ў тым, што я ў пэўным сэнсе знаходжуся на такім краі кантактаў з палітычным бамондам еўрапейскага звязу на сённяшні час і маю магчымасць у розных фарматах сустракацца з былымі палітыкамі, тымі палітыкамі, якія сёння там пры ўладзе ад еўрапейскіх парламентарыяў да былых прэзідэнтаў, актуальных еўракамісараў і так далей. І гэтая магчымасць узнікае там не проста так, а з-за таго, што выставя той канцэпт культурнай палітыкі, якім развіваем у межах нашага методалагічнага менскага гуртка, ён ад пачатку будаваўся на гэтай трыядзе, як вы неаднаразова магчыма чулі, гэта універсітэт, партыя і газета. І вось калі тут гэта лятучы універсітэт у нейкім сваім выглядзе, то тое, чым я займаюся, гэта хутчэй тое, што адбываецца ў рамках вось гэтай палітычнай лініі. І можаце разглядаць гэта як нейкую пастанову пытання ці адрасацыю ад імя палітычнай лініі культурнай палітыкі да яе універсітэцкай лініі, або імя беларускай палітыкі да беларускага мыслення і беларускага універсітэта. І далей у мне такія тры асноўныя часткі. Першая гэта такая бахвальства, што мы дасягнулі ці дзе мы ёсць сёння і чаму мая сітуацыя такая, як яна ёсць, і чаму я там да вас звяртаюся. Другая гэта нейкая такая выкладка пра гэты еўрапейскі сацыялізм і то, з чым я сутыкаюся там непасрэдна знаходзячыся ў той пазіцыі, дзе я знаходжуся зараз. Ну і апошняя гэта нейкія магчымыя развароты, якія я бачу, што з гэтым рабіць, і прапановы для дыскусіі. Ну, калі пачаць з першай часткі, то што нам удалося зрабіць за гэтыя 5 гадоў, також калі мы займаліся на базе культурнай палітыкі і палітычнай дзейнасці. Мы дасягнулі такой дастаткова простай рэчы, што тыдзень таму я меў магчымасць 7 хвілінаў прамаўляць для міністраў замежных справ усходняга партнёрства, у тым ліку і для нашага міністра, што вельмі важна, міністра Макея, які мадыраваў гэтую дыскусію. І 7 хвілінаў ён вымушаны быў мяне слухаць. Што б я не сказаў, ён вымушаны быў выслухаць мяне. Гэта не шалёнае якое дасягненне, здаецца, што мы можам раз на 5 гадоў прымусіць міністра замежных справ у Беларусі мяне слухаць. Але гэта тое, што мы сёння маем, гэта не тое, што мне урад надаў як магчымасць. Гэта не Лукашэнка запрасіў культурных дзеячоў паразмаўляць з імі пра развіццё культуры. Гэта такая сітуацыя, якая была наўмысна развіта і намі створаная, дзе ім няма куды падзецца. І вось гэта маленечкае праяўленне культурна-палітычнай улады у
сучасных магчымасцей грамадзянскай супольнасці Беларусі, у тым ліку там нас з вами, да, тое, што там без новых удзельнікаў гэтай грамадзянскай супольнасці, вось гэта тая, як бы, ўлада і тая моц, якую там мы мінімальна мае, гэта было выбудана дастаткова складанай там сістэмай, там інтэлектуальных і палітычных высілкаў, калі мы атрымалі гэтую магчымасць, запусцілі чалавека у космас, які мае магчымасць у гэтым космосе там сканктаваць з іншых планетянамі, да. І гэта была такая цэлая сістэма, якая была звязана з тым, што мы ўхапіліся за ініцыятыву ўсходняга партнёрства еўрапейскага звязу, які нібыта дэклараваў жаданне збліжэння з еўрапейскай інтэграцыяй гэтых краінаў бліжэй да прастора еўрапейскага звязу. Мы там стварылі, там, альбо перафарматавалі там пэўнае месца для грамадзянскай супольнасці, зрабіўшы яго не столькі інфраструктурным, сколькі там менавіта палітычным. Мы ўмацавалі гэта на нацыянальных узроўню, стварыўшы ў Беларусі такую пляцоўку для кансалідацыі ў межах грамадзянскай супольнасці, для арганізацыі грамадзянскай супольнасці, стварылі такія ж самыя пляцоўкі по нашаму образцу, фактычна яны былі створаны ва ўсіх шасці краінах усходняга партнёрства. Гэта надало большую легітымнасць гэтаму форуму і так далі. Але вось гэтая структура, як бы, яна надае нам сёння вось такі пэўныя магчымасці. Палітычны ўплыў, там палітычныя лады, працы з Еўропай, з гэтага месца, вось сёння там узначальваючы форум грамадзянскай супольнасці усходняга партнёрства, усе гэтыя шэсць нацыянальных платформ ва ўсіх шасці краінах усходніх суседзях, я маю вось некаторыя магчымасці, і за гэты час, вось, ну, там, два гады, там апошнія, я ў розных сітуацыях сутыкаюся з еўрапейскай палітыкай, да, еўрапейцамі, там еўрапейскім звязам, які з'яўляецца, ну, для мяне, ну, тым, з кім я кантактую, што я бачу, непасрэдна з чым я сутыкаюся, і мне патрэбна пэўная рэфлексія і развагі зараз пра тое, што гэты Еўрапейскі саюз ёсць і што нам, мне, беларускай палітыкі, там незалежна з гэтым рабіць. Чаму з гэтым увогуле штосьці трэба рабіць? Таму што Беларусь гістарычна так апынулася на распадзеле двух такіх геапалітычных праектаў. Я бы пісаў гэта вось у выглядзе таго, як Маскевіч калісьці пісаў пра гвельфаў і гібелінаў, да, што з усходу ў нас ёсць такая імперыя, гэта буйны, там, моцна пераўзыходзячы нас сусед. З іншага боку, гэта еўрапейскі звяз, які, гэта такое аб'яднанне гэтых гвельфаў, гэтых камунаў і гэтых самастойных дзяржаваў і нацыяў, якія спрабуюць выбудаваць нешта такое сучаснае аб'яднанне не імперскага тыпу, і вось яны ствараюць гэта штосьці такое часам ім самім незразумелае на заходніх граніцах Беларусі. І так ці інакш гэта ўплывае на наше там жыццё сёння. Фактычна тое, як будзе развівацца вось гэтая сітуацыя там найдалей, яно будзе моцна ўплываць на тое, што мы ёсць, як мы будзем жыць далей, і, ну, без рэфлексій і разумення таго, што ёсць еўрапейскі звяз сёння, як Еўропа развіваецца, і што нам з ёй рабіць, і як нам там з ёй кантактаваць, ну, нам не вестіся папросту у нашым там руху далі. І вось што як бы назіраецца у непасрэдным сутыкненні працы з гэтымі інстытуцыямі, тое, што там Еўрапейскі саюз і краіны Еўропы там на захад, яна ўсё больш пераўтвараюцца ў такі, там вся гэтая сістэма ў такую кшталт еўрапейскага сацыялізму. І пры гэтым вось Еўропа, ну, ў сэнсе там сам канцэпт Еўропы, ідэя Еўропы, гэта тое, што я вельмі люблю, там, да. А ў сацыялізм і сам канцэпт сацыялізму, тое, што я вельмі не люблю, да. І вось гэта дзіўнае спалучэнне еўрапейскага сацыялізму на захадзе, яно сёння праблематызуе для мяне тыя першапачатковыя інтэнцыі, якія мы мелі пры там пачатку кантактах з Еўропай, да. Калі мы, ну, уяўлялі
яго іх еўрапейцаў як нашых ну саюзнікаў у пэўным сэнсе ў там трансфармацыях Беларусі у набліжэнне да таго ж што я бачу як ідэал гэтага Еўропы і Еўрапейскага саюза вызначаных у гэтых капенгагенскіх напрыклад крытэрыях дзе дэкуравалася дэмакратыя там верховенства права рынкавая эканоміка павага да правоў чалавека системы европейских стандартов и так далее. Это был как типовый образ там, до того, что чего мы наткнулись. И ну, натурально думали, что вот это там, европейский рост допомагает нам в нашем руху туды. Да? Але сегодня все выглядит трошки как бы иначе. Вся эта система перетворяется далеко не той как бы, вариант, который мы бачили на початку. Мы альбомы одразу там, бачили, что есть там не то. Социализм, про что я кажу, это такая как бы система, где ну, это зачиненная система, якая у адрозненне от адчыненай системы не мае магчымасці там далейшага развіцця, праз інавацыі, мыслення і так далее, якая абмяжоўвае свабоду чалавека і падпарадковывае вось гэтую свабоду чалавека пэўнай сістэмнай логіцы арганізацыі. Ну, у Савецкім Саюзе потому что я не ведаю как бы іншага слова у дадзеным выпадку, якое б вось адлюстроўвала менавіта гэтую сітуацыю. Да. Ну, я хапаюся пакуль што за левая бюрократы, напрыклад, ці нейкія іншыя. Ты маеш на увазі сацыялізм у сэнсе савецкага штата? Ну, вось не, я б не сказаў, што гэта савецкага кшталту. У пэўным сэнсе ён падобны да савецкага кшталту тым, што ён татальны. Да? Гэта значыць, што ён усеахопны. Гэта еўрапейская мадэль, яна усеахопна, яна ахоплівае усе слаі ад там мыслення, арганізацыі гэтага мыслення, да, уяўлення пра чалавека і там ідэнтычнасці арганізацыі там жыцця, там паўсядзённых чалавека. Ну, потому что свои чего, политику мают и науку. Усё як бы социально-политичная система, якую мы спотыкаем. Вот с политиками спотыкаемся. А что не адекватно? Он не адекватно. Я ну, спотыкаюсь там не только с политиками, это с экспертами, там европейскими. Ну, я не сустыкаюся с простыми грамадзянами, я маю, яны ўсе выступаюць у тым ліку, як і простыя грамадзяне, калі ты з імі там маеш натуральны кантакт. Я просто не маю зараз не чапляйцеся да гэтага сацыялізму, калі вам трэба прыдумаць вельмі трапны як бы выраз і панятак, які характарызуе гэта лепш, як бы там вы можаце скарыстацца гэтым, да? Для мяне гэты сацыялізм мае паказчыкі. Ну, гэта татальнасць, пэўна. Гэта абмежаванне свабоды, якая там існуе ў тым ліку свабоды мыслення, там, як такой. І гэта замкнёнасць у сэнсе адсутнасць развіцця ў гэтай сістэме. Абмежаванне свабоды, там можна вызначыць для чаго? Ці проста абмежаванасць? Ну, як гэта? Ну, што не адак. Ну, просто гэта вызначае... Ну, вось, дзеля чаго? Ну, вось зараз, ну, калі ўже, ну, это просто трошкі... На самом деле, там больше критериев еще, да? Ну, хотя бы гэты. Давайте... Что маете на увазе, бо не знаю, что это все празовцы. Давайте так, ну, ось перший критерий. Это тотальность организации усяго. Это для меня, как бы я там вымушен вертаться до тады того, как разглядается проектировщиком проектуемая система. Або, ну, як там, ну, Генри Форд уявлял себе
организацию там, творчести фордовских автомобилей. Да. Это была цалком замкнённая сама на себе система, у якой працоўныя стаялі каля конвейеру, які выпускаў автомобили Форда, якія атрымоўвалі заробак, каб набываць автомобили Форда, як бы ездить их там на крамы Форда, в этом сенсе это тотальная проектная организация грамадства усяго, ну вот такую как бы целостную Форда у фашистов. Какая разница? Социализм той самый фашизм, только там допускает альтернативу гуманным лицом. Он не допускает никаких там альтернатив у развития с одного боку. З іншого боку, ну, якби, ён тотальний, його немогчимо цю систему, яка якось організована сама у собі і замкнена сама на собі, змінити ніяким чином знутри. Тільки проєктувальник, який винесений, у сенсі сам Форд може міняти систему Форда, працівники Форда не можуть міняти там, систему фордовської організації. Какая разница? Я тумачу про тотальность, да? Бо там нету места для развития, ну, як бы места для критики, рефлексии, развития. Ну, это про тотальность была, про развитие, это, ну, у вас на выник с этого. Что покольки рефлексия вынесенная оттуль, и мысление вынесенное из этой системы, оно не убудованное, не посадженное на тех функционеров, которые функционируют в системе живых насельников европейских социализма, оно не могут его изменять изнутри. Да? И тому не мое развитие, да? Самого по себе. Ну и еще одна характеристика про свободу. Про свободу, да? Ну, это ключей, ну, знову-таки, свобода, это махчимость там обирать разные там варианты суиснования, у тем лику не продугледженные там системной организацией громадства и социальных аппаратов. Да. Ну, в сенсі, коли порівнювати це з совєтським соціалізмом і те, що там писали уже ну, там, під кінець цієї системи, це те, що соціально-улікова система совєтського соціалізму прописувала кожній одинці там певне там місце, да? Коли були там працівні, і там інтелігенція, там там селяне, там партпрацовники и так далее. Все это было расписано в полную такую систему организации, створало замкненную систему местцев, да, у громадстве, где ты там не мог находить иншие варианты життя в этой системе. Ну, вот прикольно про это, коли про свободу. Ты кажешь, что в Европе зараз такая старается система, это уже так, плохо. Она эволюционует, как бы, в этом сенсе. Да, вот такой. Что там ты не можешь быть там активистом, например, бунтовым? Можешь. Там просто есть такое специальное место, профессийный, там, ну, революционер. Мы там не революционер, там мы с революционерами. Да, профессийные, там не социальные, там не сгодные. А кто, фрики? Как ты сказал? Профессийный маргинал. А, в этом смысле. Ну, то есть, бунтует, но не страшно. Ну, ты кажешь про то, что наукой не мог чем-то занять некую позицию, какая бы не была прописана в системе. Антисистема. Может, это богатая система такая? Не, она, конечно, богатая. В смысле, там, развитие там относено, управление советской системой, да. А европейская там система, она, ну, там, богатая, да, развитая, там шмат. Социальных позиций не так шмат. Ну, какие можно заниматься? Просто дать пример, это невозможно. Да, некто спробовал и не смог.
Ну давайте попробуем. Я попробую привести. Там как бы. Скажем, только на свой досвид. Вот то, что трудно не заметить, да, еще одну характеристику там всей этой европейской системы, это этатизм. Когда государство перенимает на себя функции гражданского общества, где существуют свободные люди. Вот когда-то была делегация летучего университета в Германию, знакомились с опытом. Кто-то был из присутствующих? Я была. Ты была? Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Ну, когда, вот, когда вы спрашивали там у людей в этом учебном заведении, да? Откуда они берут приоритеты своей деятельности и каким образом они выбирают учебники. Да? Они говорят, мы свободны в выборе, там это самое содержание, образование. Там, но если это соответствует приоритетам. Да? Была делегация в Дании. А, в Дании была, да? Да, в Германии. Ну, а им говорят, откуда вы берете это все? Нам государство спускает эти вещи. Там сложнее все устроено. Но тем не менее, вот скажем, немецкое образование сегодня, в немецких учебных заведениях сегодня невозможно определять самим программы. Нет, там было, вы будете я же не был ни там, ни там. Это было, да. Послушайте. Это международная школа Германии. Народная школа, то есть это то, что послевоенное образование, которое ну, самостоятельно возникали, и это было дополнительное образование, которое там очень сильно развивало. В основном образование для взрослых, которое там решало кучу проблем. И они когда рассказывали про динамику, ну про то, как эта отрасль менялась, ну отрасль, да, сфера менялась, то вначале эти школы возникали, ну как, не знаю, как общественные инициативы, которые придумывали каждый себе там, либо тематизм, да, либо ну, какое-то направление. То есть у них были цели и ценности у каждого, да, свои, которые они продвигали. Ну, продвигали там это самое. Потом эта система установилась. Ну, через какое-то время они, в общем, это вписалось вообще в общую систему образования Германии. Достаточно институциализировались, школы и так далее. И сейчас это скорее выглядит за редким исключением так, что ну, там, германское правительство, ну, земельное, в смысле, земель, оно выявляет, ну, определяет некоторые приоритеты. Конечно, если что, школа, часть участвует, ну, в смысле, там есть какой-то совет, где они немного там, вот, самое, но они определяют приоритеты и выделяют там, ну, значительную часть финансирования под эти приоритеты. И решить, что, ну, например, там, в ближайшие там, сколько-то лет будет важно, ну, не знаю, там, экологические вопросы, там, да, или там еще какие-то. Это уже получается, ну, как бы исходит скорее сверху, и чем, ну, скажем, чем слабее школа, ну, то есть если там нету сильных лидеров, которые удерживают там свое совсем, то, в общем, они все становятся, ну, как бы одинаковы просто вот инфраструктурой для реализации государственных программ. При этом они сами выбирают. Да, но при этом они решают, когда ты не спрашиваешь, ну, как бы, а кто вас решает? Или не даете? Да, они говорят, мы решаем, ну, а потом, когда начинают объяснять механизм, то, в общем, получается, что ну, не очень-то... Ну, то есть они считают, что одинаково хорошо? Просто им хорошо помогают решать. Да, да. То есть, ну, как бы там меняется сама функция этих школ, если раньше они каждый... Учили, чему хотели. Да, учили, чему хотели, и как бы продвигали в этом смысле в обществе свои приоритеты, то сейчас они скорее согласуют это там, ну, на каком-то там уровне и продвигают все. А как называется эта школа? Народная школа. Фолькшуле? Да, фолькшуле. Много в образовании взрослых так работает. Бывает фолькшуле. Ну, и там, скажем, была школа, которая организована двумя геями. А, да, прекрасно. Причем давно, еще когда не было вот этой вот всей истерии по этому поводу. Они еще на ГДРской территории были, поэтому, ну, как бы это было... Да, это было сначала вообще... Ну, там вообще прекрасная история. Понимаете, тогда можно было, да, когда вот не поощрялось. Но тем не менее, там геи решили, что вот они как бы строят такую вот толерантную там школу. Да? Но потом... Нет, они до сих пор такие. Ну, конечно, они-то до сих пор такие остались. Но дело в том, что потом эта идеология вышла на государственный уровень, да, стала как бы доминирующей, и дальше начался прессинг политкорректности. Теперь уже другое мнение невозможно. Политкорректность – это форма вот тотального контроля над разными такими вещами. Причем она с благими намерениями была сделана, ну, для повышения толерантности к меньшинствам там, и так далее. Да? Для того, чтобы люди не отрицали там, Холокост, например, там, и в этом смысле там,
вот эту вот нацистскую идеологию как бы задушить и так далее. И потом это распространилось на самые разные области. Да? И сейчас вы вне, скажем, официального дискурса попадаете сразу в, если не в маргиналы, то в общем для вас закрывается возможность там, развития собственных проектов, там еще чего-нибудь и так далее. Вот этатизм в сочетании с политкорректностью плюс распределительная система бюджета. Да, то есть бюджет выведен из рыночных отношений, фактически эффективность освоения средств не считается. Откуда? Это советская, почти советская, только что там категории немножко другие используются. Система освоения средств. Не зарабатывание, не как бы это самое, направление инвестиционных там, каких-то пакетов на то, что может быть эффективным и так далее. А бюджеты надо освоить. И вот особенно в области там, третьего сектора, науки, образования и так далее, там целиком работает плановая экономика. Ну, что особливо дотычется европейских структурных фондов, то, что реализуется с буквы европейской развязки. Не на уровне сябров, Украину сябров, а на наднациональном уровне. Если мы все это видим на уровне вот, на науки, фондов, которые финансируются из фондов, из которых финансируется наука, общественная деятельность, там еще что-то такое, да? Это просто бросается в глаза. Но то же самое происходит в том, что Ленин называл империализмом монополистическим. Да? В естественных монополиях или приоритетных для государства отраслях хозяйства. Так, тот же автомобилестроение, например, да, на сегодняшний день, хоть оно и не умерло, но оно целиком контролируется государством. Еще целый ряд отраслей монополизированы, ну, вместе с монополиями, естественно, но тем не менее. Ну, я дотично к экономической ситуации складно сказать, але ну, худшей за все там так само есть те самые тенденции, которые можно назирать на агульном узроку. Да. Ну, ну и сама ситуация, ну, я ее там по политику мысления там, и идентичности еще хотел бы закануть. Что у вас на там, европейская политика сама по себе, она, особенно там внешняя политика на сегодняшний час, она там сгубила те идеалистичные там приоритетные меты, которые стояли на початку створения европейского связа, бо она их досягнула, европейский связ их досягнул. Что когда в 50-е годы, то есть основной идеей створения европейского связа было припинение войны між країнами і там Європою, які воювали за усюди там так этого, вони імкнулися про об'єднання економічних механізмів, а потім їх там політичної інтеграції, досягнуть спинення там війни, ліквідацію умов для того, щоб ця війна колись могла виникнути, бо це раніше була за усюди війна за економічні там ресурси, там вугіль і сталь, да, то об'єднавши ці ресурси, зробивши їх агульними, їм не було за що воювати. І далі ось ця інфраструктурно починала якби рости. І вони ну, побудували цю там буйну систему спочатку, які усталювавши один там, ринок, потім один межі, потім один громадянство, ну і врешті-решт це стоїть сьогодні на порозі там, того, чи це буде там Європейська Федерація чи ні. Да? І у цьому ну, шмат чого там позитивного в сенсі було. Це унікальне там, мирне створення такого союзу різних там, держав, там, у принципі, при захованні їх автономності там, і незалежності одним одним. У агульному союзі. Ні, зараз воно прикладно так і функціонує, шмат у чим. Просто воно починає далі розвиватися. Да? І ви сутикнувшися там з викликом європейського федералізму самого по собі, Європа поспробувала як би, у сучасному стані. Чому ось я кажу про досягнути метів. Вони досягнули цих метів міру, там, да, і вони перейшли в некий новий стан системного розвитку, і перед ними стоять нові виклики. Да? Але вже згубленість ось цих великих метів і увагу системи постановки цих великих метів привела їх до того, що вони навіть самі
для себе не могут серьезно там обмерковывать и вырашать пытания, связанные там с Европейской Федерацией. Да? И это протягивается, ну, амаль контрабанды. Да? Сегодня існує Лиссабонская домова, якая была зроблена европейцами усе, каб у этой Лиссабонской домове выключить две речи. Первое это спасылку на каштовности христианские и христианской истории Европы. А другое это не назвать это конституцией. И они поспехово отмовились от этих проблемных для их пытаний, одно из которых проблематизовало мультикультурализм, а иншее как бы формальную незалежность держава внутри европейских развязок. Или я привели новую Лиссабонскую домову, какая де-факто конституция, как бы, никто не называет это конституцией. И сама по себе вот это рух до там, европейского федерализма отбывается, ну, с такими контрабандными сегодня речами. Да, и это такое двойное мышление, якое навязывается, ну, европейцам сегодня там про структуру европейских институций. Когда мы узгадаем, как принималась Лиссабонская декларация, то вы помните, что две краины на референдуме голосовали супрать принятие, да? И как они сгвалтили Ирландию? Фактично манипуляциями громадской думкой, да? И они примусили Ирландию принять Лиссабонскую домову. У некоторых выпадках яны отмовлялись от референдума, разумеючи, что краина не, ну, на референдум, раз референдум это не пройдет, тогда яны переводили решение на парламентское, большинство принимали таким чином и так далее. Чтобы яны сманипулявали громадскую думкою европейцев на корысть заранее принятого решения. Ну, так, на сутность у тим про те, що я казав, це знов таки досягнутість певних метів, згубленість ось великих орієнтирів. Так? В Європейському зв'язку сьогодні там нема на що орієнтуватися там найдалі, тому що тих метів, які вони ставили, не по більшості досягнуті. Ну там шмат по яких там можна поглядіти там узровнях, там что-то один ринок, ну є один ринок валюта, є один валюта. Мети регіонального розвитку, там регіональної там автономності, тому що це локалізація європейського зв'язу, самокерування регіонів там, да. Тобто мені кажуть, що хто займався цим там все життя, що там нема більше яких метів там ставити, бо ми все досягнули. Тактичний метод. Тактичные меты есть, але нема стратегічних метов. Это значит, что якби виснутые люди, которые започатковывали там европейский зв'яз и створали ягоную там першасную инфраструктуру, запускали все эти программные процессы, яны якби сканали, да, и само это протягнулося только у бюрократичной логики, да. Больше нема европейских героев, которые стояли на початку створения Европейского Союза, нема больше людей, именами яких можно называть будинки в Европейском парламенте. Да? Все, как бы, они скончились, да? Нема таких метов, нема тих, кто их ставит. И нема навод, система такая, что нема откуль как бы, взяться таким постатям и таким людям, которые могли поставить эти меты. Тому, коли как бы, европейский взгляд на своих межах сутыкается с войной во Усходнем партнерстве, и где на Украине война, и они собираются на вот этот неформальный саммит кшталту Безгальштука у министра замежных справ Усходнего партнерства, и что они обмерковывают? И они обмерковывают дифференциацию политики Усходнего партнерства. И они обмерковывают четыре основные напрямки, декларованные как бы, у декларации саммита Усходнего партнерства. Come on, guys! You have a war in the border! Ну, как бы, у вас война как бы, на меже идеи, как бы, и это основная проблема, где вы бежали, что такого засранца, как бы, можете поразмовлять одно за одним там, да, про то, что есть. И они навод не могут поставить это питание, и они не могут ее поставить, бо есть вот эта формально-бюрократичная логика развития у тем лику из внешней политики европейского развязки. Потому что, как бы, что такое исходное партнерство? Это полный консенсус, достигнутый 28 краинами на конт того, что они там как бы, обмерковывают и робят. Да?
И гэтыя 28 краінаў маюць вельмі розныя інтарэсы. Прычым гэтыя інтарэсы не толькі розныя, яны яшчэ вельмі прыземленыя, локалізаваныя зараз. Да. Няма больш вялікіх амбіцый у Германіі. Там, да, там, ну, не, там, прыбалтыйскія лідары не мараць пра вялікую Літву там, і так далей. Зараз, вось, як мы калісьці там, на гульні гэта констатавалі пра праграмаванне працэсу там, еўрапейскай інтэграцыі ў Беларусі, што зараз людзі вызначаюцца глобальна, а краіны вызначаюцца лакальна. Да? І таму краіне, дзяржавы, ну, дзяржава вызначаецца лакальна, дзяржава значна больш цікавей квоты на вылаў рыбы ў Балтыйскім моры, чым як бы, ну, Літва як такая перспектывы еўрапейскага звязу там, і тое самае з Германіяй там, да? Іх больш цікавіць як бы аўтапром сам па сабе, як бы, і структура захавання жыцця і добрабыту німецьких громадян, ну, як би, значно більше, чим вирішення ніяких задач, з якими сутикається сьогодні світ. Да? І в тому ліку сам там Євразв'яз, ну, у сьогоднішньому контексті, на ягонних місцях. І із-за гэтага, ось гэта інфраструктурної, бюрократичної логіки прийняття рішення там, і мислення, гэта ось система там, не може відказувати на там, питання і виклики, які сьогодні стоять перед імі перед світом, а перед імі, ну, бо тому, що це все ж таки глобальний актор, да, ну, сьогодні. Більш моцний, чим був там 70 там, років тому. Значно більше впливов. А того, що вони там вирішають залишити з ним, як для світу. Знаєш, що і консенсус є? У них, якби, гэтий консенсус досягається на мінімальному зровні. На мінімальному зровні бюрократично-інфраструктурної логіки. Да. Якби не отрымалось. При такой размаїтості 28 країн. Ну, я зараз не кажу, можна, там не можна, інакше сенус. Я кажу про те, що тая система лідерства і прийняття рішення в Європейському Союзі, відсутність ось цих великих програмних метал, там, да, інфраструктурність розвиття у сенсі, ну, якби, протягування просто життя по запущених механізмах, воно не дозволяє ставити великі питання, не відказуватися на ці великі питання. А далі там можна, звісно, оправдувати, що їх там шмат, вони там не можуть домовитися. Але гэта ўжо давно не можа быць апраўданнем, таму што, ну, вось, нават мы, калі возьмем там экалагічныя рэчы, да, і калі сур'ёзна адносіцца да таго, што кажуць эколагі, то там, ну, праз 100 гадоў, як бы, ну, не будзе існаваць такой клімат, які ёсць зараз, і гэта, як яны кажуць, прыкладна, як гуляць у рулетку з 6 патронамі, што умовы для жыцця знікнуць там чалавецтва. Каб гэтых умоў дабіцца таго, каб гэтага не было, то праз 30 гадоў, гэта вельмі кароткі перыяд, трэба змяніць колькасць там выбрасаў крытычна, там знізіць там шалёную колькасць разоў і так далей. І гэта не пытанне таго, ці дамовіцца 28 краінаў пра гэта там, ці не. Калі яны пра гэта не дамовіцца, всім піздец. Якби у тым ліку і беларусам, як такім, а і мы ад іх залежым, якби ад таго, ці яны там гэта 28 здольныя альтэрнатыўныя меркаванні на якія можна рыхтавацца. Магчыма, я зараз сітуацыю бачу так. Хто б сказав, што нафты не будзе ў 20-м? Мне зараз плеваць на нафту. Я просто ілюструю прыкладам пэўным, да? Калі Расія зараз, як бы і іншы прыклад, і рускі свет пераможа ў Украіне, гэта будзе пагражаць усім. Калі паліттэхналогіі трэцяга пакалення, якія сёння як бы кантралююць, я думаю, што Беларусь выиграюць, то як бы не будзе гэтага ёй развязваць. Зараз там з Грэцыяй гэта сітуацыя, якая вельмі сімптаматычна як бы паказвае, што адбываецца з Еўрапейскім Саюзам, калі яны там не могуць вырашыць гэтую сітуацыю з-за папулізма
Ципроса, який стоїть в владі. Ципрос там добре маніпулює, технологічно маніпулює там канадською думкою у Греції, приводить до того, що зараз їх виключають з єврозони, і це і треба Ципросу. Да? Він запрошує греків, голосуйте, ні, голосуйте супроти цієї єврозони. Що це значить? Що завтра, післязавтра Ципрос буде таким же, як Лукашенко. І що буде робити Євразвяз у цій ситуації? Перемовляться. Да. Ну, я не ведаю, що запрошує. Бо у їх варіантів не шмат. Там, да. Далі, по принципу, да, то есть, чому не можемо так само постановка для таких великих проблем, это за того, что ось Мацкевич уже апелював до системи політкоректності, і до того, що там шмат які питання, вони догматично відказані на їх. Їх нельга переглядати, да? Нельга переглядати мультикультуралізм, там, да? Нельга проблематизувати там питання, зв'язані там з інтеграцією там різних супольностей і там правовим меншостям, да, як такі. Нельга переглядати, просто є заборона на то, як про це думати, там, да? Там нельга переглядати якби сучасний стан концепції правового чоловіка і якби до чого я там веде. Вот тут можна спинитися, Андрій. Так. Значить, коли комуністична партія Совєтського Союзу там у вигляді політбюро там чи щось такого, да, складене з не вельми адукованих людей, вмешивалась в науку и забороняла там некоторые галины науки, скажем там генетику, кибернетику и так далее, это с большего тлумачится, ну, вот неадукованностью и, ну, диктаторскими схильностями этих людей, авторитарностью. Да? Там идеология еще была. Ну, так демонтизованная идеология. Так вот зараз, что отбывается вот с этими идеологией политкорректности, да? Мало того, что на политическом уровне, например, да, вырашено, скажем, не переглядать долгий час, там, типа, певный час, некоторые догматичные ну, постановы, там, ці, там, решения, да, по яких досягнутый колисти был консенсус, да? А лишь досягнутый он был. Раз коммуникацию, спречки, дискуссии и так далее, да, то зараз забороненные дискуссии. І коли, наприклад, ось гэта ідеологіми розповсюджуються з громадського політичного життя на наукові дослідження, де вже немагчимо підвергати критиці і ну, проводити альтернативні дослідження по гомосексуалізму, по гендерних питаннях, по мультикультуралізму і так далі, гэта вже забиває інститут мислення, на який ну, фактично годовалася вся Європа і досягнула сьогоднішнього стану. А ви нас хіба не так теж втекали? Я? Коли я казав, що згублені механізми досягнення консенсусу, то це для діяння консенсусу. Их надеяние. Я лишь это мультикультурализм не для того, как мы его возвращаем. Нет, проблема не. Мы можем спрочаться про геоцентричную или гелиоцентричную систему. Какой сенс у этого? Какие? Проблема у нема. Ну, але вось наконт мультикультурализма мы не мусим спрочаться. Не потому, что это вось так их коробит, что вы дадите новое значение мультикультурализму. А только тому, что это треба будет переглядать всю политику. Да. Так. И треба будет принимать новые решения. Да, конечно. Да. Это то, что ну, и есть проблемой, да? То, что как бы и... А как это не треба? Ну, натурально же я и кажу, что вот так оно и есть. И это не только не треба бюрократии. Это упитывается у кров, да? Что веда становится не только политкорректной, а обовязково, иначе есть ну, такой экспертной ведой, да, по большей. Ну, то есть, что я, вот, с чем я маю непосредственное судотыкнение, мы там несколько разов там спробовали выйти на, ну, на центр мысления. Там, у Европы думаешь, что там есть ну, некие программисты, у сенсе те, кто задают развитие, и с ними можно как с людьми поразмовлять, как бы про все, и они разумеются. Но нет, там такого нема.
нема программных центров, есть певная система экспертизы европейской, якая мусить обслуговывать бюрократию, и принять решение у тем выгляде, как это треба самой вот этой инфраструктурной бюрократки. Вот приклад такой. Есть там брюссельский, там самый лучший синктенк, там у рейтингах там несколько годов он был, не дойти зараз там так, это Center for European Policy Studies, там, да. И это не зрозуміло структурами, а незалежные есть громадские эксперты. Это незалежная структура, это самый что ни на есть незалежный синктенк. Это не какая-нибудь структура, которая створена Европейской комиссией, кшталту вот этот СЕПА, Center for European Policy Analysis, там где этот самый Карл Бильд зараз там працує. Это такая, ну, знову таки, євробюрократична структура, обслуговуюча прийняття рішення. ЦЕПС – это незалежний синктенк, да? Он финансуется там на гранты, які он може отримувати з різних криніцяв, там з бізнесу, на ахвяровані і так далі. Яны гэтым ганарацца страшно, да? Что яны фінансава незалежныя, это реально фінансава незалежна структура. І при гэтым, калі яны абмяркоўваюць, ну, што трэба рабіць, наприклад, з усходнім партнёрствам, альбо там палітыка Европейского звязу там да Беларусі. Яны выпрацоўваюць такія рашэнні з тым падыходам, каб яны былі магчымымі для акцэптавання Европейской бюрократыі, а не для того, каб яны маглі быць вырашыць нейкае пытанне, звязанае з усходнім партнёрствам ці Беларусю. Да? И это от початку убудовано вот у экспертную логику и разумение европейского замолца. Ну, не, они не залежные, да? Так, нет, замолца-то не яны, яны выканали. Ну, замолца у гэтым выпадку, интеллектуал, человек, які мысліць, як бы ён у ситуации, калі у яго разняволеная ситуация там мыслення і ён там незалежны, вось эта дискуссия можа будзе з Маркевичем і Бабровичем про інтэлігентаў, інтэлектуалаў, якія яны там зачапіліся трошки у Фейсбуку, да? И у сенсе интеллектуалов, да, там так само возникает позиция интеллектуалов, бо они принимают сервильную функцию обслуговывания. Знаешь, Андрей, после такой феномен. Зараз создается феномен реал синк. Вот давайте думать так, как это реально. Да, да, да. Я про это и говорю. Это знищает мысление. Это знищает мысление и постановку, махчимость в уголе постановки проблем. Значит, там руку до их там обмеркования, там вырашения и так далее. Ну и наступное. Я могу так само байки еще травить про то, как это есть. А позитивные частки? Позитивные частки у меня нема. А это салфетная частка? Есть проблемная. И опошнее, что у характеристика евросоциализма, это такая теза, что частковый человек объявляется завершенным человеком. Там это... Дрэнна зразумета концепция правого человека гипертрафаванное разумение гуманизму самое по себе провело до того, что правы человека яны натурализовались. Ну, яны стали уявляться как нечто натуральное и даденное человеку не от человека, а само себе возникающее. Не конструированное, да, как натуральный свет. Да. И при этом правы человека связались с витальностью человека, да, с его непосредственным живым бытием, да, не с его мыслением, там, да, не с социальностью, якая гортвая человека, а вот с непосредственно его телесностью. Да. И человек стал разуметься как завершенный проект.
які вось такі ёсць, ну, як і такім мусіць быць, і ён у гэтым сэнсе крыніца ўсяго атрымоўваецца, да? І гэта супярэчыва, вось як Мажэйкіс там апісвае гэта новы гуманізм, там, вось закрывае магчымасці развіцця і закрывае вось бачанне антычнага гуманізму, дзе чалавек бачыўся як праект, да? Як штосьці прынцыпова незавершанае, што там мусіць быць завершанае праз ягоны ўчынкі, там дзеянні і так далей, і ўвогуле ў прынцыпе само чалавецтва ёсць так як незавершаным праектам, да? А тут мы як бы маем ну, вось незавершанага чалавека, яго аб'явілі завершаным і крыніцай усяго, і гэта таксама у прынцыпе закрывае там пэўныя магчымасці мыслення і развіцця, і ну, там фіксуе тую сістэму, якая ёсць. Можна яшчэ далей разважаць там пра тое, што адбылося з грамадзянскай супольнасцю, як яна пераўтварылася там у трэці сектар, там, да, куды знік альбо куды сышоў гэты грамадскі актывізм, чаму я не выконвае вось гэтай трансфарматыўнай ролі сёння для еўрапейскага звязу, там для нас таксама. Але гэта, ну, не важна, ну, важна тое, што ну, я сутыкаюся, там, мы там тыя, хто думае пра нейкія змены ў Беларусі, там, і думае пра будучыню Беларусі, сутыкаецца з такой сітуацыяй кантактаў з еўрапейскага звяза, які будзе вырашаць наступныя там 50 магчымых год развіцця вось, ну, на нашай, прынамсі, геапалітычнай ситуацію. І тоді, якби нам, якби питання, що, що нам з гэтым робити, тут є некалькі варіантів, по-розному там, до їх можна ставитися. Перше, это, ну, адаптуватися. Да. Адаптуватися до європейської інфраструктури, стати її часткою. Ну, як, якби, як вже автоматично відбувається. Что там академічная супольнасць там часткова будзе інтэгравацца праз балонскія працэсы усялякія ў гэтую сістэму, там розныя сінктэнкі ў недзяржаўным дзяржаўным сектары будуць убудаваныя там, ну, не, гэта як бы стаць часткай гэтага, прызнаць сябе годнымі еўрапейскага там сацыялізму, як бы, і жыць вось таким чынам. Іншыя выпады — гэта вайна. Тымі сродкамі, якую там уже і безкультурная ідея, магчыма весці, таму што, ну, то есть у пэўны час мы сутыкаючыся вось з конкретным супрадзеяннем делегацыі Еўрапейскага саюза з Мінску, калі яны просто перайшлі на бок ворога, як бы, і да, ну, усяляк не спрыялі нам у нейкім развіцці і так далі. Гэта была такая сітуацыя, калі мы мяркуе вайну на два фронты, як бы, і вось як рухацца, але гэта, ну, як бы непараўнальная колькасць ресурсаў. І, ну, тое, што мы можам з гэтым зрабіць, гэта, ну, тут для мяне, канешне, складана уявіць. І, ну, і наступнае... Вайна за што, дарэч? За праўду? Вайна за мысленне, развіццё, як бы... Вайна за што? За тое, як вы хацелі бачыць Европу і сказаць Европе, якой яна мусіць. Ну, я б сказаў, што гэта вайна за Беларусь. За Беларусь і за, як бы, ну, уласна, ну, без... А яны нам перакачаюць, без сабой. Так. Зараз еўрапейская інфраструктура, як бы, яна паглынае, як бы, Беларусь, так? І яна паглыне, як толькі будзе магчымасць, як толькі паслабіцца вось гэтая геапалітычная гульня там з рускім мірам, раптам што-небудзь адбудзецца там з нашым мясцовым тутэйшым дзікім дыктатарам, да? Еўрапейская інфраструктура нас сажрёт. Імгненна, як бы, і мы пазбудзімся радасці уласнага вызначэння зместу адукацыі ва ўласным універсітэце, таму што ўжо ёсць правільны змест, які вам будзе трансляваны, і вы будзеце задаволеныя гэтым у
шасть и будете голосовать на тех, где у нас есть новая империя, с Западом. Да, это война за Беларусь и за себе, как бы за властное там мысление, да, вот, ну, это вот за что там. Супроть чего, ну там больше-меньше разумело. Ну и ну, за свое разумение. И вот наступный вариант, он еще больше дикий, может, чем эта война, как бы, это не высокая экспансия, да? Это экспансионизм Белоруссии, белорусского мысления, как бы экспансионизм, мысление в окуле, да, европейских в сенсе идеального мысления на самую Европу. И это, ну, у тем лику магчыма праз завязывание у гэтую барацьбу, як бы разам з намі, у гэтую экспансію, тых, хто знаходзіцца, ну, ў падобнай сітуацыі, ну, вось супрацьстаяння тым двум геапалітычным праектам, еўрапейскаму сацыялізму і там імперскаму рускаму міру, да, зажатыя ў гэтай прасторы там усходняга партнёрства, ну, магчыма, не толькі. А што ты ўяўляеш экспансію магчыма? Ну, ось ёсць спадзяванні там на ўніверсітэт. Я не пытаюся, можа, ЕІЦВ, також чаго наогул нейкае вонкавае дзеянне, як экспансія, у дачыненні да суб'екта еўразвязу, можа наогул мець нейкі шанец на эфектыўнасць. Чому за кошт чого, что, что? Кто на том стоял? Ось, калі там система настолькі тотальная, настолькі зачынена, но... Наколькі вось нейкая вонкавая экспансія можа гэтую сістэму разваліць? Ну, калі мы пачынаем, ну, вось, я пачынаў з таго, што 5 хвілінаў за 7 хвілінаў прамовы, якую мусіць выслухаць міністр замежных справаў Макей ад мяне, не, ён мусіць слухаць, таму што да гэтага будуць вяртацца тыя людзі, якія там сядзелі за гэтым сталом. Яны ж нават зваротную сувязь далі, там справаздачыліся, што там Макей не мог спасылацца на тое, што грамадзянская супольнасць там вельмі крытычная, там, да, таму што яго, ну, не было такой магчымасці, скажу, я не толькі наязджаў на там. Ну, гэта сэнсе, што ён мусіў, да. Я кажу, што нават малая, з чаго гэта пачыналася, у 2005 годзе Мацкевіч запрасіў групу людзей у кіеўскую там гульню па стратэгіі працы з Беларусі, па стратэгіі пераможнай у Беларусі. От куды ж там был экспертом. И з гэтага моманту, да, реализация той самой стратегии, якая там была там, при там, тым, что мы развелся, дала нам сегодня вот эту магчимость. Я кажу, что нават минимальные ресурсы, якія есть, при адпаведным узроўні там мыслення, там высілкаў, якія мы туды прыкладваем, там можна прыводзіць да, ну, адчувальных вынікаў. Адчувальных. Нават вот у сённяшняй там на нашай ситуации. Ну, я магу хвастацца рознымі рэчамі, да? Як бы калі трэба, ну, расказваць, я просто так кажу, не Бог весь што, але ніхто, як бы з грамадзянскай супольнасці Беларусі, усёй палітычнай апазіцыі навокал, як бы не можа сказаць тое, што ён прымусіў слухаць Макея тое, што ён кажа, хаця б 2 хвіліны. А я це уж 7. Я пагадаў, да, што глядзіце, складаецца ўражанне з таго, што гаворыць Андрей, да, што там ўсё вельмі дрэнна, там і Европа... Европа па-ранейшаму... Я еўрааптыміст. Ну да, Европа па-ранейшаму мае, ну, шмат пазітыўных, становчых сваіх там характарыстык, пэўна, да? І в Европе ще шмат што можна. І гэта можна дзякуючы таму, што ўсё ж такі рацыянальнасць, як каштоўнасць, да, як прынцып, ён Европы не адмаўляецца. Яны цалкам не перайшлі на ідэалагічную форму мысленняща. Да? Таму, ну, напрыклад, мы, маленечкая група кансолідаваная, маючы консенсус пэўны, па падыходах да ўсходняга партнёрства, мы змаглі вымусіць
Еврокомиссию принять наши варианты и пропоновки. Причем это не каштовало, там, не требовало было подрывать там что-то и так далее, да? Да. Это просто консолидованная позиция, и они не стирают позиции. И они будут имкнуться манипулировать, и они будут имкнуться там, ну, перевести на, там, на свой копыл это все, да? А лишь коли не смагаться, ну, то и ничего не досягнешь. Мы сдолели навязать эту национальную платформу, потом мы окунулись слабейшими, слабейшими за манипулятивные техники Евразвязу. Ну, чему слабейшие? Потому что мы сгубили консенсус. Коли была невеличкая группа, там, человек 15, да, с ведающей, что робим, то она могла навязать Евразвязу, Еврокомиссии свой порядок деяния. А лишь потом, коли это зреализовалось, на вот эти 15 растерушились. И утворилась национальная платформа, якая уже потребовала консенсусу не 15 человек, а там 60 организаций. И коли нема консенсусу помеж ими, то с нами можно робить все, что за угодно. Ну что так и зробили. Да? Не глядячи на те намагания, какие мы предпринимали, бо ну, обмежеванный ресурс давал махчимость нам робить то, что мы робим. Ну, например, та самая львовская игра, гульня, да, там, по это самое. Сейчас. Ну, тут еще Виолетта и... Европа это не древно, просто она эволюционирует, не туда и куда древно. Я вот описываешь такую бюрократическую машинку, которая руководит не развитием, а движением Европы, причем у нее есть какие-то там опции по умолчанию, например, мультикультурализм, да? Но стратегических каких-то там визий и предложений она производить не может. Правильно я понимаю, что вся эта машинерия, она оказывается очень уязвима для двух вещей. Первое, это харизматический лидер, который приходит и является популистом, выдвигает какую-то стратегическую цель, при этом говорят, да-да-да, я за мультикультурализм, там что у вас там еще в каком-то. Да. Но при этом предлагает некую визию, и в этом смысле Европа находится под угрозой там, прихода очередного там, диктатора и так далее. Первое. А второе, это значит, что та же самая машинка оказывается беззащитно перед сильными яркими идеями, технических каких-то там предложений и так далее. И это то, чем, ну, способ, которым можно влиять, то, о чем стал спрашивать Павел, когда. Ну, на конт перших абсолютно так, да, что зараз погроза такого фашизму и популизму в Европе не мощна. Нет, почекайте, только не в Европе. Но в особных в особных країнах Європи, так. При этом сама Європа все менше і менше здатна обороняться від цього. Принамсі, вони не можуть розібратися так само з там, Ципросом або з венгерським лідером, як вони розібралися раніше з Йоргом Хайдером. У Австрії. Австрії. Да, да, у Австрії. Ну, просто і зараз новость, ну, нема такої можливості. Да? Ярких ідеїв, да, это, хочей, там, ось гэта ідеї, вони, ну, фільтруються. Да? Вельми показальна ситуація, де... Ну, вот я там был на такой там школе, организованной там фондом немецким там Бертельсманом, с уделом там молоди там, с разных краин Европы, в смысле такой не слабой молоди, там сам Европейский инвестиционный банк, там это Airbus, там, ну, всякие такие там ГМБХ, там и политичные там, там лидеры, парламентары. МЗС, при уделе всяких президентов, еврокомиссаров и так далее. И там доминующая парадигма того, что хотели организаторы, это думать поза рамками коробки, да, как она называется, think outside the box. Да? И все, что, ну, и вся вытворчесть мысленная этой школы, это дискурс у межах этой коробки. Бо политкорректность, бо экспертиза, бо якби есть, ну, певні отказы на питання, які зараз, ну, уже отказаны, їх нельга переглядати, да? Значит, если появлялись там другие идеи, они их фильтровали, или это значит, что они там просто не появлялись? А не, они не могут появиться, а коли ты уносишь что-нибудь, это все хоронится просто, да? Это, ну, нема такой рыбы, да? Ну, в смысле, ну, что, это анекдот такой есть. Это я сегодня вечный схоластый.
там есть... Что есть подручник с рыбами, там, да, ты, ты новую идею уносишь, а это же подручник? Нет, нема такое. Серая, покрота любимая ваша. Ну все, я на этом, в принципе... А, Вячеслав Иванович, да, ну, я вот вопрос такой, может быть, комментарий одновременно. Я не совсем понял, из какой позиции производится критика. Потому что на самом деле мы понимаем, критиковать ведь можно всегда всех, особенно тех, кто делает. Да? И Европа давно уже что-то делает, и понятно, что у них возникают проблемы. Надо сказать, что у них возникают проблемы, которых у нас нет, не потому что мы лучше, а потому что мы пока еще этого не делаем, и еще неизвестно, когда будем делать. Поэтому нам эту критику осуществлять иногда легко и приятно, но я думаю... Из какого места производится в данном случае критика? Потому что она ведь может быть в идеологическом отношении слева, и тогда вот то социальное государство, о котором ты говоришь, та левизна, которая явно, да, там можно сказать, что недостаточно для социальной справедливости еще. Понятно, что это не твоя позиция, я правда изначально помню. А она может появиться справа. И, кстати, многие, многие пишут на Западе, да, что вот это вот полевение, да, вот это вот, оно как бы явно и там многим не нравится. Но как бы то ни было, слева или справа мы проводим критику, так или иначе, Запад, да, интеллектуалы, они очень ценят середину. Они очень ценят тот самый консенсус, о котором мы говорим, ценностно-нормативный консенсус, который был достигнут ведь не сразу, ведь он был достигнут путем там, многолетнего развития. И вот почему они так осторожны в всевозможных вещах, очень таких, если как бы нам хотелось, давайте проблематизировать права человека. Давайте проблематизировать мультикультурализм. Можно подумать, что прям сразу что-то такое альтернативное мы находим. Там ведь тоже люди игроки, правильно? Вячеслав, а как бы можно различать компромисс и консенсус? Можно, конечно. Ну так вот, мне кажется, они ценят не консенсус, они ценят компромисс. В идеологии мультикультурализма, там, плюрализма и так далее, да, им важен компромисс. Компромисс достигается за счет, ну, почти как в социологии, да, там крайние эти самые штуки отбрасываются просто, чтобы можно было сформулировать какую-то середину. Можно иначе вот сказать, за счет взаимных уступок. Взаимных уступок. Нет. Почему? Нет. А, потому что для того, чтобы пойти на уступки, нужно довести до определенного предела позицию. А доведение до предела ее является неполиткорректным. Я, может быть, все поняли. На уступки можно идти не обязательно в радикальном поведении. Не. Я разумею, это не про место в Москве. Я додумаю, но как бы вот в этом месте... Дело в том, что Андрей ведь позицию, про позицию спрашивал, еще не закончил свой вопрос, я тебя как бы немножко тормознул. Да? Дело в том, что Андрей с самого начала обозначил, это опытная позиция, это опыт. Да? Причем опыт уже не первого дня, это не его вот годовое руководство там, форумом гражданского общества Восточного партнерства, да? А это длинный опыт, в котором как бы складывается опыт Влада Величко, мой, там, да, наш с играми, с этими самыми, Львовская ситуация наша там, и так далее. Да? Пробы и попытки. И мы сталкиваемся. Сталкиваемся с конкретными вещами, которые очень трудно принять, между прочим. Потому что и он, и я, евроэнтузиасты, например, и когда мы видим, ну, скажем, негативную сторону Европы, да, то очень трудно примирить с евроэнтузиазмом, или с устремленностью к Европе. Я просто додам, что это не идеологичная критика европейского разряда, это практичная критика. Что я маю прагматичные задачи по трансформации Беларуси, я сутыкаюсь с таким евразвязом. Да? С таким, и так, и мы мусим, когда мы просто думаем про будущую Беларуси, не в межах того, что, ну, я там часто там, оппозиция может разважать, вот ты Лукашенко съездит, будет счастье. Не будет там, да? Не будет. Мы сутыкнемся, этот фактор будет действовать незалежно от того,
Есть у нас тут диктатура, нема диктатуры и так далее. Мы мусим с этим жить и думать, как бы, что мы с этим далее будем работать. Нет, я полностью согласен, но тут от идеологии ты не уйдешь, потому что смотри, когда мы говорим, что в будущем. Вот ты сейчас ты сказал, что что мы будем делать потом, да? Потом, когда уйдет, скажем, Лукашенко. Война потом, ты потом... Не потом, как колесите там, да? Ну, понятно, понятно. Но так или иначе, вопрос идеологии станет, потому что ведь ты сказал не о том, что мы начнем у Европы что-то брать, а ты говоришь, а может быть война будет, да? Ну, а кто? Почему обязательно его позицию нужно переводить либо справа, либо слева, да? Он, как, он обсуждает промышление в Европе. Он не говорит, как они должны быть там более консервативными или более там правыми. Он говорит, что развитие останавливается. И это, понятно. Что правым, что левым. Нет. Когда мы подвергаем сомнению и критикуем конкретные вещи, скажем, политики, да, скажем, это идеологические, ну, мультикультурализм, права человека, ну как мы просто будем возмотреть эти вещи? Он не критикует сам мультикультурализм. Я очень люблю мультикультурализм, да. Я очень люблю права человека. Как бы это то, ну, то есть то, что я считаю, что вот сейчас... Ну, ты же давай критикуй. Проблема состоит в том, что вот сейчас то, что вы говорите, критика справа, критика слева, да, как бы идеологическая критика. Если мы возьмем сейчас правую критику прав человека, что она говорит там, да? Говорит, что права человека, как бы это абсолютно навязанная идеология, как бы буржуазной, как бы системы определенного исторического периода, ложно, как бы навязанная, как бы этим европейцам, они в нее верят, хотя на самом деле, как бы все состоит иначе, да? И это просто для контроля и манипуляции, как бы вот СМИ все создано. Левая критика, примерно из другой. Например, как левые всегда объясняют, что права человека, это временный компромисс буржуазии, эксплуататоров, по этому поводу, поэтому нужно довершить социальную революцию, обеспечить большее социальное равенство и дальше вот то, что сейчас в Европейском Союзе происходит, это обсуждение равенства, все большего и большего равенства. Они там целые отчеты готовят про это дело. Это левая критика концепции прав человека. Ни тем, ни другим эта концепция прав человека не нравится, все ее хотят зачем-то отменить. Я говорю, концепция прав человека, это то, что мы приняли, это величайшее достижение этого времени. Но дальше мы должны двигаться дальше от нее. То есть мы не можем от нее отказаться сегодня. Это то, что там есть базис этого движения, но нам необходима критика этой ситуации, интеллектуальная критика. Причем, сейчас, Андрей, извини. Не идеологическая вот эта дурная критика по поводу того, что кто-то обманул, а интеллектуальная на высоком порядке критика, потому что сегодня концепция прав человека вместе с превратно понятым гуманизмом создают вот этот вот мир частичных людей, да? Частичных людей. И вот эту аморфную структуру социальности, которая никуда не развивается, никуда не движется. И поэтому здесь же и угрозы фашизма появляются, и там вот Маскевич тоже много чего. А короткое питание можно? Сейчас, Олег, можно это сказать? Конечно, это не идеологическая критика. Дело в том, что идеология тут вообще ни при чем. Потому что мы критикуем эти вещи с идеалистических, а не идеологических позиций. Потому что сегодняшняя эволюция политического бомонда европейского, она тоже однонаправлена. Все партии, все политические группировки скатываются в популизм. Популизм – это как раз попытка нахождения компромисса с игнорированием идеального плана. Поэтому партии, даже возникавшие когда-то, как идеалистические, да, как, в общем, социальные выразители там определенного мировоззрения и прочего, они убирают вот этот вот идеализм, да, ищут компромисс. Компромисс основан всегда на мнении большинства или там на попытках принять то, что вот как это мнение, да, как есть, так есть, и ему соответствует. Поэтому партии уже не вырабатывают свои подходы, программы на основе идейной какой-то базы, да, которая у них есть, а на основе социологического усреднения и приспособления. И тогда эта критика не с идеологических позиций, левое, правое там, и так далее, да, а с идеалистических. Соответствует этой идее или
доксия большинства. Подожди, значит, вы хотите поставить под сомнение саму модель демократии? Может быть. Да. Может быть. В том числе. Почему нет? Да. Так, это тоже, на самом деле, идеологическое, но это мета-идеологическое. Я же как раз скажу, что это не демократично. Структуры заминают процессы. Все вырождается, демократия тоже вырождается. Понял, еще Аристотель хорошо понимает. Часом там есть недобрые там тренды. Вот критика сучасної демократії это то, что сегодня там развивается, и там есть там певні там дослідження, там и там та критика, которая внутри демократии. Да? Она идет и внутри демократии, и звонку демократии, это симптоматично задает, позволяет назирать разные проблемы сучасних демократов. Вот европейский связ у этой замкненности, он рухается от демократии, кудись там далее. А там Олег был. Дякую. Короткое питание. Андрей, коли функционально фемита так и выглядит? То чи не означає це, що якби український шлях цілком провальний, бо вони дійсно допомоги і ніяк не могли отримати з Європи. Ні. Ні? Ну, у сенсі український шлях, він мені здається якраз там правильний, там, да? І в Україні нема ідеалізованого уявлення того, що там Європа повинна вирішити там їх проблеми, або вони повинні там цілком адаптуватися до європейським канонам. У самой Україні присутнічає достатньо мощна критика там Європи, там об'єднання Європи, останнім часом там що могли ми тут бачити, це Дацюк, наприклад, со своей критикой вогуле там сучасности, там Рябчук там, так само. Он, конечно, еврооптимистичный, але интеллектуально он в такой критичной позиции, так как знакомится. Мне подается, что Украина поставила Европу, фактически бросила вызов устоявшимся европейским представлениям. Она повела себя совершенно не так, как предсказывали все, как схемы европейские. Да? И это почти, в общем, в большом смысле, да, поставить Европу перед необходимостью интеллектуального прорыва. Но европейцы отказываются, разленили совершенно. Я и кажу, с пункту зрения функционально. Я вот укладываю. Не-не-не, а там плевать. Я не ведаю, да, что на самом речь, про Евромайдан, про эту революцию, про абсолютно нечеканный этот выбух народной активности, волонтерских рухов, на ново створенную громадянскую супольность, там Украина выскочила в цалком неведомую ситуацию для себя. И далее, для Европы. И зараз мы находимся у этой неведомой ситуации, да? Что с тех там разумных европейцев, кто это разумеет, они кажут, что зараз мы уступили у полосу перегляду в окуле там мировой системы, там, якая будет должиться 20-40 годов, там, да? И мы у этим неведомым там вот будем жить, да? Это на наш час выпадает в этой ситуации. Не опошнюю чарку, то, что эта ситуация творилась, зробили украинцы на Евромайдане. Михаил спочатку, потом Вольф. Вот мне кажется, что то, что Андрей каже, вельми актуально. Оно з усіх боков актуально, не только політичним, може бути з політичним справді тут складано. Можно заблытаться. Но для меня для меня Европа это не нечто такое, куда мы там можем вступить, либо не можем вступить. Да? Для меня это я часто это и просто. Мне не все одно, как поводится моя заходняя полова. И вот эти проблемы, про которые ты кажешь, они шестнуют не только политичным, таким серьезным там, контексте, да, где разыгрываются наши лёсы, оно так само в культуре присутствует. Там та ж сама ситуація. Там нема критерію оцінки, там диктат цих структур замість творців і замість тих відбірців і замість критиків, там структури керують цим процесом. Куди це все йде, так само не відомо. В цьому сенсі, безумовно, що таким ефективним рішенням це було б консолідація
таких краинов, как Беларусь, Украина, Литва. И там у сегодняшней ситуации там и Финляндию можно разглядать как бы досить серьезно, как потенциального партнера. И тут как бы, ну, можно продуковать некие новые думки, идеи, новые погляды, можно как бы с этой позиции объединенной. Потому что по особку Украина так само ничего не сделает сама. На выклик кинула, но как бы один это как аутсайдер. А группа это уже как бы, ну, это треба сядать и разговаривать. Отряд. А? Отряд, да, предатель. Я хочу вернуться к началу, потому что все-таки мне немножко мешало восприятие доклада слова «социализм», которое, ну, отсылает к каким-то таким идеологическим вещам. Я переводила это как-то на свой язык, и мне кажется, вот только, ну, я так поняла, что речь идет, когда о системе, речь идет именно о функциональности, о технических характеристиках. Да? То есть неэффективная некая система, жесткая, иерархизированная, с минимальным самоуправлением, да, с минимальной мобильностью. То есть, в принципе, это охватывается понятием фордизм. То есть фордизм – система жесткого организации производства, ну, в каком-то расширенном понимании. Да? И тогда альтернатива – это то, что там сегодня есть так называемый тоятизм. Там гибкая система производства, где много ответственности делегируется каким-то там низовым инициативам, командам. Да? То есть есть головной центр. Но есть там микрогруппы, которые самоорганизуют свое вкалывание. Да? То есть это похоже, то есть вот... Хоча это все выглядит как другая система ваша, але без развития. Вот вы можете увидеть себе такую систему, там, где локальная там, инициатива есть, возможности этого есть, але это все сорганизовано так, чтобы это самозамкненная, не развивающаяся никуда система? Я не поняла вопрос. Ну вот инициатива есть, у Европы есть. То есть, ну, сама система не перестраивается. Так, она как бы не эволюционирует, никуда не рухается, мысления там нема, как бы рефлексии у людей отсутствует. Самоорганизация есть, как бы инициатива есть. Але есть специальные каналы для того, отповедные каналы. И навод там есть махчимость, как или там нема такого канала, то есть творить типовый там канал их этой системы. То есть это самоорганизация без головного центра, который навязывает координаты. Или это сильная группа? Это самая система, структура. Так, а мы сейчас, когда говорим это, мы о чем говорим? Про евросоциализм. А, про реальное эмпирическое... А им все им подобается? Ну, конечно. С чем сравнивать? Нет, я говорила про какое-то утопическое место. Вот, может быть, немножко вторя вопросу Вячеслава Ивановича, да, место, откуда критика производится. Вот есть фактичность, есть некий идеальный образ, регулятивный, утопия в хорошем смысле слова. Да? То есть как выглядит система, которая, ну, правильно функционирует, эффективно функционирует. То есть, ну, вот я, у меня как бы возникла первая ассоциация тоятизм, да, как более гибкая система. А что это само значит? Тоятизм? Ну, я отчасти указала, то есть гибкая, ну, изначально это гибкая система организации производства, где очень много инициативы, инициативы ответственности вносятся вниз. Принятие решений. То есть крутитесь как хотите, просто предоставьте нам как бы с этим там треба бы поразбираться. Просто у нас, ну, да, меня больше интересует сейчас утопический свой образ. Козий язык на читал, ты как бы идея, где мы сопредставляли проектную форму организации, там мысления социальной организации, и программную форму социальной организации, мысления. Ну, трохи закрыло. И там частково про эти речи и идти, что фактически Евросвязь сегодня это такая система завершенной проектной организации, перманентного проектования, да, проект Европа, да, завершенный проект Европа, до того же, да, який сам может подтримливаться в этом постоянном проектовании сколько за угодно. Там, да? Але страшно вот эта программная линия развития, да, якая, ну, иначе прописывает организацию. Андрей, можно я попробую так понять? Да? Смотрите. Время у нас уже совсем так. А что у нас по программе? У нас по программе уже был, а потом еще одна такая. Он уже был. Ладно, это приватно. Давайте тогда